команды уже в трибунном помещении и готовятся к выходу на поле. Локомотив сегодня будет играть в черном. Под аккомпанемент такого, ну, довольно заметного дождя будет проходить эта встреча. Сыграть здорово, а вот здесь же Малединов, и первый гол в этой игре забивает Локомотив, и 1-0 в пользу железнодорожников. Второй шанс для того, чтобы забить. И на этот раз он уже не прощает Локомотив. Ахман все-таки забивает свой гол. Нарушение. Это позиция для прямого удара. И в итоге Даниил Уткин выводит свою команду вперед в самой концовке первого тайма. Второй тайм мы показали характер. Мы разозлились сами на себя. Крыться в штрафной, получает пас и забивает. Изидор, делая счет ничейным, 2-2. Локомотив. Штрафной площади опасно. И 3-2. 3-2. Локомотив выходит вперед. Кухта откликается на эту передачу и выводит свою команду вперед.